Европе. А вот если, допустим, подпол дома, да, строение за грунта порядка 80 метров, да, то есть можно, если Мы в магазин специально заклеили, получается, все, да, рабочий момент. Вот, и обязательно нужно утеплить трубу, для труб, которые в дом пойдет у вас, да? Ничего себе. Для любой воды, там, или канализации и так далее, здесь ничего не нужно. Извините. Есть у вас есть подробно на этот проект? Подробно, да. Это подробно? Да, 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 пожалуйста. Кто? Понятно. Понятно, а вот подробно, смотрите, подробно монофон. Толщина утеплителя. Здесь толщина, диаметр трубы, да? За погонный метр цена, короче. А, то есть он гибкий, он уже или... Не, он вот... А, он нарезается. Нарезается? Да, да, да. И он трубу оборачивает, и все. И дальше там скотчем или шумотами стягиваете. Ну, шов промазывается. Он шесть на миллиметр. Все. Понял. А цена? Цена панели какая получается? Цена панели вот. Вот от десятки до сотни. Вот. Давайте я вам скажу. Вот. И получается, что в общем, в любом случае, если вы на своих там будете делать, да? То есть в любом случае, да, то есть когда подведение воды, там отведение, то есть все вот так вот разогреть, все. Больше не вообще об этом не думать. Где будет функционировать циркулировать вода, там все прочее, никогда ничего не заметно. Такого вопроса. Мне думают, что так офис, надо. Там будет творить ничего. Но можно чуть-чуть как есть. Дерево. Вот тем желтым. Пистолет обычный такой, самый простой, там, за 50 рублей. И выжимается, то есть вот через трубочку. И кирпичик. Для любых. А сверху вот этот слой. Это что? Он вспенивается. Да. Пистолет, это полимер цемент. Выходит. Ну не пена, нет. Пена она расширяется 40 раз. А это выдавили, да, и сразу прижали в течение 5 минут. Это для лучшей обгиба. Вот в эту часть они просто сильно должны нажать и все. Сильно нажать можно. Ну какой-нибудь, не знаю, там, палочки, деревяшки. Усилие просто. Ну да. Держится абсолютно все. Да. Он такой довольно вкусный, жидкий, да, но его надо в течение 5 минут взять, прижать. Ну это понятно, что... Ну, прижать, подержать можно 10-15. Минут 10, не больше. Спасибо. Пожалуйста. А, это печь. Здесь вот он 250 рублей стоит. Лопами я вполне справлюсь. Когда он это там получит. Дети, да? Ну, а здесь что-то получится больше. Как зубная спала. Нет, как гель. Если мы начнем, что надо двигать, но он уже... А вот это вот лечу. Получается, что пространство вот этим задувным утеплителем под напором подает какой-то вот состав. Это этот... Да, состав. Сам, который подается. А это что, из чего? Переработанного
номенклатура 81%, и, соответственно, остальные 19% это как... бура и бурная кислота. Антисептик, антипирен. Антисептик и анти... Пирен. Ну, для того, что она не поддерживает горение, поскольку номенклатура, она же не может быть полностью не горючей. Да. Она клеит, поскольку в нее добавляется антисептик, антипирен. Ага. Вот. А антисептик, во-первых, защищает древесину, во-вторых, может быть, даже более основная, и живут грызуны. Понятно. А вот потом этот материал, он не осаждается, там, не крошится со временем. Там, если... По идее, поскольку, конечно, он задувной и рыхлый, когда-то со временем он пробьется в нижнюю точку. Да. Но поскольку это задувается под давлением с использованием оборудования, если вы самостоятельно, то вероятность уплотнения, конечно, гораздо больше, потому что такая рыхлость не получается. Вот. А так, я хочу сказать, что меняли недавно окна. Еще вот 10 лет занимается небо, получается. Но возможно, что все-таки это произойдет. Производители, если изначально пришли в Финляндии, рекомендуют не делать, если особенно горизонт, где наибольшее уплотнение, перемычивание. Для чего? Объясняют это, и правильно объясняют, как ремонту пригодится. Скрывается последнюю вагонку или последнюю того, что есть. Ну, как раньше, каркасные засыпные дома, всегда там сверху. Да. Дощечку отрывали и подсыпали после этого, да. Я не знаю даже зачем, и вообще непонятно. Рекомендую делать перемычки, якобы это... Она так лучше держится. Ну, может быть, она как-то и лучше держится, но если будет ремонт приходить со временем, например, через 5 лет, проверить, то надо понимать, где эти перемычки находятся. Очень часто сейчас на всех форумах стали писать про эти перемычки. Да. Все очень индивидуально с каждым заказчиком. Вот. И контактные данные, пожалуйста, ваши. Я вам сейчас листовочку взяли? Взяли, да? Тут вот могу свою. Моя визитка лишняя, да, чтобы на меня можно было выйти. Вот, телефончик ваш, пожалуйста. 965. У нас по 217. Примерно можете зайти на сайт, выбрать проект. Да, пока. Начнем с этого, просто ознакомьтесь с сайтом, да, посмотрим на сайт, что к чему, выберите какой-то проект, посчитаем, прикинем, дальше будем общаться. Я вам тогда по середине недели где-нибудь наберу. Но у нас комнаты. Если что, вы можете звонить по любым вопросам. А вы берите ее. Мне же не жалко. Много. Так она. Вы строить дом планируете? Поселок. Поселок целый? Так давайте пообщаемся. Постарайтесь. Сейчас, поселок. Сейчас. Так возьмите ее, уже снимаете. Они же специально сделаны для того, чтобы он же маленький.